На очереди криминальная хроника. 22-летний житель Пензы может на 2 года угодить за решетку за то, что воровал из магазина цифровой техники, в котором работал продавцом. Вычислить злоумышленника удалось лишь тогда, когда он имел неосторожность совершить преступление в зоне действия камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как сотрудник торговой точки открывает шкаф в подсобном помещении, тщательно выбирает то, что плохо лежит, и уносит с собой. Позже выяснилось, что молодой человек причастен к кражам 3 мобильных телефонов и процессора. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 22-летний житель Первомайского района города Пенза, который в момент совершения преступления являлся сотрудником данного магазина. Молодой человек признался в совершении преступления и в содеянном раскаялся. Общий ущерб оценивается в 60 тысяч рублей. Украденные телефоны злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные средства потратил на личные нужды. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.